Президент США Дональд Трамп в саркастической манере выразил свое недовольство тем, что 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг стал Человеком года по версии журнала Time. Об этом он написал у себя в Twitter. «Просто смешно, Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом. Отдохни, Грета, отдохни», — написал Трамп. В свою очередь, Тунберг отредактировала в Twitter краткую информацию о себе. Сейчас в профиле значится «тинейджер, которая работает над своей проблемой по управлению гневом. На данный момент отдыхаю и смотрю старый добрый фильм с другом». Напомним, что 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана Человеком 2019 года по версии журнала Time. Среди номинантов также был и Дональд Трамп. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.